Тыча с бревен соскользнула, артиллерия в ночи не подняли, потонула, увязали тягачи. На сцене Щелковского дворца культуры состоялся спектакль по произведению Александра Твардовского под названием «Не унывай». Посмотреть его совершенно бесплатно смогли школьники и студенты городского округа Щелково, воспользовавшись пушкинской картой. Уникальность поэмы Твардовского «Василий Теркин», по которой поставлен спектакль, в том, что ужасные события войны показываются не с отчаянием и безысходностью, а с удивительной жизнеутверждающей силой. И даже в самые страшные моменты герой повторяют ту самую фразу «Не унывай». Русский солдат Теркин – это лучшая часть образа каждого доблестного воина. В нем заключена сила духа и несгибаемость народа. Эта оптимистическая драма посвящена 75-летию победы российского народа в Великой Отечественной войне. Из чего, скажите мне, нет победы на войне? Без геройства? Это да. И без силы тоже. Но всего и да. Спектакль для щелковцев привезли артисты Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Ребятам, пришедшим посмотреть спектакль, он понравился. Они считают, что их сверстникам важно и нужно рассказывать о подвигах героев своей страны. Чтобы наше поколение знало, что такое Отечественная война и что происходит в мире в данный момент. Был прекрасный спектакль, очень понравились актеры, это прям профессионалы, очень хорошо играют. Спектакль, сама суть была прекрасная. Декораций в спектакле было немного, но актерам удалось максимально реалистично воссоздать сцены укрытия в окопе, показать эмоциональное состояние уставших солдат после того, как они покинули поле, где остались лежать их товарищи. Писатель создавал поэму Василий Теркин на протяжении всей Великой Отечественной войны. Она стала национальным эпосом, а ее главный герой – символом победы. Именно это и хотели донести артисты в спектакле, достучавшись до сердец юных зрителей. И им это отлично удалось. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.